Здравствуйте, меня зовут Евгений. Сегодня я хочу рассказать про интересную экзотическую бабочку из Филиппин, Атрофоневра. Бабочка питается, ее гусеница питается киркозоном, киркозоновыми растениями. Бабочка обитает исключительно в тропических местах, любит тепло и влажность. Чем-то бабочка напоминает парусника коцебу, а также немного птицекрылка. Можно обратить внимание на ее большое красное брюшко, а также на красненькое тельце. Сразу становится сразу понятно, что они близкие родственники с парусником коцебу, а также с парусником птицекрылка. А это парусник лови. Это достаточно редкая аберрация окраса, это самочка. К сожалению, немножко повредила свои крылышки, но отлично летает и кушает. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.